Нет. Верно. Нет, не имею. Пользование третьим лицам не передавали? Нет. Зафиксируй данную информацию. Скажите, когда, пожалуйста, карты нашего банка не утеряны, не украдены, при вас находятся. Да, не утеряны. Я фиксирую данную информацию. Также могу уточнить, как давно и по какому адресу вы посещали отделение банка последний раз. О, я даже не помню, давно. Город можете уточнить? Омск. Фиксирую данную информацию. При посещении банка сотрудники отделения запрашивали у вас какую-либо конфиденциальную информацию, пароли, коды, ваши телефоны не уносили с вашего поля зрения? Да я давно в банке не был, я даже не помню, что там они спрашивали. Хорошо, я фиксирую данную информацию. В таком случае, параллельно, пока мы остаемся с вами на линии, будет приостановлен неправомерная операция среди попыток перевода денежных средств в вашей активной карте. Допустим, вы тут не зафиксировали, для чего могла произойти компрометация ваших данных, то есть будет лишь профессиональных данных. Скажите, пожалуйста, как не раз, когда пользовались этой картой? Да у меня их несколько, я не, ну, постоянно пользуюсь. Я не понял, как купить такую карту. У меня говорит несколько. Хорошо, я вас спрашиваю, да. Скажите, пожалуйста, количество активных карт, которые у вас на данный момент имеются. Ну, штук 6, 5, 6 штук. Я фиксирую данную информацию. Ничем не отображается наличие у вас карты дебетового счета, верно? Да, есть такая. Да, оплата, наверное, или перевод. Я не помню, даже не слежу за этим. Я фиксирую данную информацию. При оплате в каком-либо магазине наручно оплату проводите, либо вам понадобятся сотрудники. Да, собственно, наручно поднес, оплатил, она же бесконтактная. Я фиксирую данную информацию. Также, пока мы остаемся с вами на линии, здравствуйте, Александр Ильич, нам с вами дел проверять, не было никаких предписаний по вашим процессам. Да, пользуюсь. Могу уточнить, Альфа, ВТБ, Росбанк, Тиньков. Ну, я не помню. Я фиксирую данную информацию. Системе отображается предложение от Сбербанка на встрече дополнительных услуг. Вы сами воспользовались? Нет. То есть вклад с счетом Сбербанка у вас не имеется, верно? Нет, не имеет. Я фиксирую данную информацию. Также уточните, пожалуйста, ранее пользовались предложениями от банка по кредитированию? Нет, не пользовался. Я фиксирую данную информацию. Сейчас я буду перепроверять всю информацию в системе, уточняю. Полное имя, фамилия, отчество, учёб, Сергей Александрович, верно? Угу. Назовите, сколько вам полных лет?
35. Да, на линии. По какой причине оборвалась связь? Не знаю, оборвалась сама и все. Хорошо, Сергей Александрович, чтобы передать заявление о самому делу, мне нужно корректно заполнить графу по поводу ваших активных карт. Уточните, пожалуйста, еще раз количество и количество. Ну, я говорю, что 5 часть карт, я точно, это надо находить лично кабинет, смотреть, сколько их там штук. Ну, а виза, мастер, как там, какие там они бывают? Виза, наверное, скорее всего. Мастер-карт, может. Не знаю, они у меня в телефоне привязаны. Я ими как бы в руках их не держу. Да вам, я понять не могу, вам зачем нужны суммы, сколько я оплачиваю? Разве у вас не отображается? У меня вся информация отображается, если я сейчас буду заполнять заявление. Так, ну если у вас вся информация имеется, зачем переключить? Кто кому верит, я вам или вы мне? Данное заявление я буду переотправлять в правоохранительные органы, дабы остановить правонервные действия по вашему помощи.
Так я сейчас зашел в личный кабинет, у меня все деньги лежат на месте, никто никуда ничего. Знание не произошло. Я в самом начале вам объяснила, что была попытка перевода вам, повторного перевода от вашего имени. Ну я ничего не переводил. Я ничего никому не переводил. Вы перевод не подтверждаете, поэтому я зафиксировала мошеннические действия по вашему лицевому счету, которые происходили от вашего имени. Вы их не подтвердили. Поэтому сейчас я заполнила заявление. Заявление заполняла, отталкиваясь от ваших слов, при этом информация заполнялась у меня в системе. Далее я перенаправлю его в правоохранительные органы, чтобы мы смогли остановить мошеннические действия по вашему. Ну, давайте останавливайте. Дабы я корректно могла получить это заявление, я еще раз вас уточняю. Какая примерная сумма отображалась на карте? Остаток или покупок? Да не знаю, там 160, может, оставалось, 170 где-то. А, можете уточнить, по какой карте? Вы уточните, что количество активных карт дальше? Кредитная карта. Кредитная карта. Я фиксирую данную информацию. То есть на кредитной карте после последней операции запрошалась сумма до 70 тысяч. 170. Ранее вы уточнили, что у вас наличие 5-6 активных карт. Я могу дополнить? Дополнять. Назовите, пожалуйста, классификацию еще тех карт, которые у вас есть. Ну, я не знаю, у меня их нету на руках. Надо заходить в личный кабинет, смотреть там, какие они. Виза, скорее всего. Визу я зафиксировала. В таком случае, оставайтесь, пожалуйста, на линии, все-таки проверим всю информацию в системе, между вас и финансовым отделом. Хорошо. Не прерывайте линию. Нет, вообще ничего не сказала. Сказала, что что-то пытается, что-то там что-то снять, все. Я вас поняла, Сергей Александрович, мы с вами связались с коммуникацией технического отдела, поскольку у нас есть контакты, которые запросы на списание. Посмотрите, пожалуйста, карты все находятся при вас, или уверены, что правильно? У меня в телефоне привязаны, они у меня не всегда. Вы карты с собой не носите? А зачем их носить, если они в телефоне? Нет, они в телефоне мне привязаны. Ну, у меня у сына моя карта, у матери моя карта, я всем карты себе сделал, поэтому они могут пользоваться. Я вас поняла, то есть данная операция могут совершать ваши родственники, правильно? Ну, конечно. Хорошо, я вас поняла. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, у вас возможность обратиться в отделение нашего банка в ближайшее время будет? Будет. В течение ближайшего часа, верно? Да, могу через 5 минут подойти, я тут недалеко стою. Банк, чтобы клиенты нашего банка уже использовали
сейчас данную операцию совершает, а ваши родственники имеют третий лица, которые имеют доступ к вашим данным, покажите им все. Угу. Подскажите, пожалуйста, на данную личность могут совершать? Алло, дура, что попадает. Скажите, пожалуйста, заявление на перевод было указано в стиле Кузнецов. Я... Ваша родственника может совершать перевод на Кузнецова? Ну, не знаю, может, там чей друг какой-нибудь, откуда знает. Хорошо, Дмитрий Александрович, я вас услышала. В любом случае, вся операция в данный момент именно приостановлена, и во избежание мошеннических действий. Угу. Также по специально могут производить по другой банковской продукции. Ну, надо съездить домой за паспортом, подъехать. Я тут недалеко живу, но в течение часа могу. Я вас понял. Хорошо, в таком случае зафиксирован обратный звонок, ожидаете. Так что в отделении банка на горячую линию нет самого звонка, обращайтесь. Потому что в данный момент есть подозрение о том, что вашими персональными данными могут пользоваться сотрудники. Угу. К сожалению, вы, если в последние два месяца было зафиксировано более 17% случаев мошенничества именно с этим сотрудником. У меня, видите, у меня сим-карта заблокирована. Куда приходят смс-ки со Сбербанка, поэтому пересадка у меня стоит на другой номер телефона. Мне надо сим-карту восстановить. Я поэтому... Какой номер телефона у вас перед рефакцией? Ну... Не, у меня две сим-карты в телефоне, просто одну я потерял нечаянно. И вот пересадка на другой стоит. Пожалуйста, угу. Зачем? Смотрите, так, а если она активная, зачем ее пропускать? Так а что он, что там пытается, сколько денег-то перевести? На разные суммы были выпуски списания, я же вам еще раз повторюсь. Все указано, они выступают даже в режиме диалога. Так он на карте все равно нет денег, пусть пытается, все равно ничего не получит. Я же говорю, у меня на кредитной карте деньги есть. Они идут с расчетного счета. Расчет счета, это тот счет, который подвязан на следующий факт. Подождите секунду, посмотрю, может какая-нибудь есть у меня с собой. Да, есть одна. Хорошо, подскажите, пожалуйста, какая карта при вас находится сейчас? Дебетовая, обычная, простая. Зафиксировала данную информацию. Все, целая. На службе безопасности, с данными сотрудниками будет заниматься служба безопасности вам, поэтому заявку служебную на рассмотрение данного сотрудника можете направить. Угу. Ну, я их по памяти помню. Так что, Сергей Александрович, это не знаю, что у вас документы на память, и ваши документы не нужны. Понимаете, что в отделении банка вы должны обращаться с вашими документами. Мне не нужны. А в какое отделение банка мне обратиться? Ближайшее. Ну, их тут много, просто они друг от друга недалеко.
И кому мне обратиться в третий банк, что сказать? Ну, в течение часа. Проинформируйте сейчас, чтобы я точно знал. Я не буду сидеть ждать вашего звонка. А чтобы до вас дозвониться, надо минут по 10 ждать. А какого банка? Напомните еще раз. А, Сбербанк. Просто они с 900 номера обычно звонят, а тут какой-то... А вас как звать?